Приветствую тебя на канале портативной консоли. Был в отпуске, не имел доступа к интернету, а как вернулся, а тут столько работы, столько новых портов, глаза разбегаются. Легкий обзор на два новых порта, которые вышли совсем недавно для PlayStation Vita. Первый порт – Слизь V-Bell. Честно говоря, странная игра. Два куска слизи играют в бадминтон, но прикол в том, что и левым, и правым куском слизи играешь ты. Левый кусок слизи управляется крестовиной, а правый кусок слизи, соответственно, кнопками квадрат, круг, треугольник, крест. В общем, играть самим собой. Твоя левая рука будет соревноваться с правой. А если честно, это жесть какая-то. Не знаю, сколько нужно времени, чтобы привыкнуть и управлять. Успевать управлять обеими кусками слизи. А вот второй порт называется «Защитить Гуин». Это аркада, клон старенькой игры. В 1983 году вышла игра с названием «Защитник». Вот как она выглядела. А вот что мы имеем на PS Vita. Летаем, стреляем, отстреливаем какие-то летательные аппараты, зарабатываем очки. Эта игра подойдет тем, у кого вдруг возникло желание, не думая ни о чем, покрошить своих врагов в пыль. На самом деле играется вполне хорошо. Кстати, ссылки на обе игры в описании. И устанавливаются они очень просто. Скачивайте вы пока файл по ссылке в описании и устанавливайте его на карту памяти вашей консоли. И играйте. А на этом сегодня все. Благодарю тебя за просмотр, за лайк, за подписку. И удачи тебе.